Рассказывай, каким он будет? Кто? Плод нашей любви, наш сын. Почему обязательно сын? Потому что я люблю тебя больше, чем ты меня. Так что он будет во всем похож на меня. Но и на меня немножко тоже. И почему я так тебя люблю? Ну что, молодой человек, у самого еще ветер в голове, а уже вот-вот отцом станешь. Посмотрим, какой отец из тебя получится. Лучше, чем из вас, это точно. Думаешь? Ну, это еще неизвестно. Поздравляю! Ты стал дедом, а ты отцом. Чудесный мальчик родился. Ура! Ура! Женат? Видно, судьбой мне не суждено жениться. Кстати, как поживает моя подруга? Столько лет не вспоминал о ней, а сейчас вдруг вспомнил. Она несчастна. Улыбаться разучилась. Как сильно любила Винаша. Очень сильно. А ты? Ты сильно ее любил? Больше жизни. Я хотел, чтобы она была счастлива. А ее любовью и счастьем был Авинаш. Так что я отдал ее ему и уехал. Если захочешь, ты сможешь снова сделать ее счастливой. Если захочешь. Все хорошо. Занимаюсь музыкой, пою. И все. Ты так занят, что даже забыл друзей? Нет. Не забыл. Хочу, чтобы на твоем лице расцвела улыбка. Все родители желают счастья своим детям. Ты ведь знаешь меня лучше, чем я сама себя знаю. Тебе известно, что я способна любить только раз в жизни. Я и подумать не могу о том, чтобы выйти замуж во второй раз. С чего ты взял, что я смогу полюбить снова? Для меня любовь и дружба — разные вещи. Одно не заменяет другое. Когда ты вернулся, я решила, что вновь обрела друга. Но я ошиблась. Я решил разделить с тобой эту боль, вернуть тебе радость жизни, подарить тебе свою любовь и завоевать
твою. Моей любви хватит для двоих. Нелегко оставить в прошлом одни отношения и дать начало другим. Мне нужно время. Ты согласен ждать? Я готов ждать хоть всю жизнь.